Со времен апостолов и их учеников Крит неразрывно связан с историей христианства. Часовни, храмы возникали по всему острову. Некоторые впоследствии превращались в монастыри. Сегодня известно около 70 раскиданных по всему острову. На западе Крита обители, где проживают монахи, встречаются не так часто, как в центральных областях. Поэтому выбор цели путешествия несколько проще. Монастырь Гония, что рядом с городом Хания, наверное, один из самых известных и наиболее доступных для экскурсии. Сегодня мы посетим именно эту обитель, возвышающуюся над берегом бухты Хания. От одного из крупнейших и известных городов Крита Хания до монастыря Гония всего около 25 километров по дороге вдоль берега бухты. Ближайший к монастырю населенный пункт – это поселок Калимари. От Калимари до Мони Гония примерно 1 километр. Внешне, как и многие обители острова, монастырь Панагии Адигитри очень похож на военную крепость. Высокие стены возвышаются над скалистым берегом. Вход на территорию доступен только через единственные ворота. Рядом с входом находится источник чистой воды. Практически обязательный атрибут каждого монастыря. Каменное оформление родника было построено в 1708 году. Пройдя через тенистую арку, попадаем во внутренний двор монастыря. Невозможно не обратить внимание на узорчатые мозаики из береговой гальки, которые украшают пространство за монастырскими стенами. Сувенирная лавка находится сразу у главных ворот. От дневного палящего солнца можно укрыться в тени виноградных лоз, растущих на деревянных шпалерах. Гуляя по территории, становится понятным, почему этот монастырь считается одним из красивейших на западе Крита. Постоянно попадаются ажурные элементы венецианской архитектуры, но так было не всегда. Религиозное назначение места было известно еще с античных времен. Когда-то на берегу бухты стоял храм греческой богини Артемиды. Именно на его развалинах была построена первая обитель, посвященная святому Георгию. Датой постройки старого монастыря считается 9 век. Во время венецианского владычества над Критом монастырь был перенесен на современное место, ближе к береговой линии. Новое строение было посвящено Богородице, а его строительство было завершено к 1634 году. В последующие годы монастырь продолжал расширяться.
в 1849 году была построена колокольня. Несмотря на неприступные стены и окружающие скалы, монастырь неоднократно подвергался разрушениям, особенно от пушечных обстрелов. Чугунные ядра, застрявшие в монастырских стенах и расставленных во многих уголках комплекса в качестве украшений, являются следами многочисленных осад и обстрелов с моря. Это случалось особенно часто во время освободительных восстаний в эпоху османского правления. Монастырь Гония укрывал мятежников и являлся центром борьбы за независимость, как и многие монастыри Крита. Это являлось причиной многократных разорений обители. Монастырь пустел, и жизнь замирала на несколько лет. Многочисленные разрушения принесли монастырю и годы Второй мировой. Бои во время операции захвата Крита немцами проходили непосредственно под стенами монастыря. Монахи, заподозренные в участии в сопротивлении, были арестованы и сидели в тюрьме города Хания. Более подробно с историей монастыря можно познакомиться, спустившись в монастырские подвалы, где работает исторический музей. Настенные панно описывают исторические события героической жизни обители. В соседних залах можно ознакомиться с интереснейшей коллекцией старинных икон. Часть из них относится к византийскому периоду и принадлежат кисти критских мастеров Парфению, Рицоссе и Нилу. В другом зале можно осмотреть собрание церковной одежды и утвари, покрытых сложнейшей вышивкой. Главный храм монастыря
носит ряд общих черт венецианской архитектуры XVII века. За главным входом имеется притвор, а главный зал перекрыт куполом. Есть два боковых нефа, где молятся святыням, хранящимся в монастыре. Утверждается, что в монастыре хранится мощи 30 святых и другие церковные реликвии. С монастырского балкона открывается великолепный вид на бухту Хани. Также с него прекрасно виден и древний город. Простая дорога и близость от большого города делают экскурсию в монастырь несложной и интересной. Это еще одно запоминающееся впечатление от поездки на северо-запад острова Крит.